Всем здорово. Пишем на новую камеру. Так сказать, тестовый обзор у меня сегодня. Так, новая камера. Пока не буду говорить, какая. Настройки там чуть-чуть пошаманил. Не знаю, нормально, ненормально. Ну, короче, ой. Короче, задел штатив сейчас. Заодно и посмотрим, какая стабилизация. Итак, сегодня мне пришли новогодние подарки. Так, вот такой мешок. Вот такой вот мешок здоровый. Заказывал из Москвы, с транспортной компании. Ой, из Москвы через транспортную компанию. Так. Так, упаковано в мешок. И в коробку. На коробке написано Henkel Rus, Россия, стойкая крем-краска. Короче, парфюм. Как она? Не парфюм, а как правильно говорится? Так, Henkel, да? Ну посмотрим, что у нас сегодня от Henkel. Чем нас Henkel радует. Так, открываем. Череповец Давыдов. Так, здесь у нас макулатура. И вот они, наши ништячки. Так, пройдемся сначала по моим. Так, это у нас Versace Eros. Такая коробка. Кто видел Eros, напишите, оригинал или не. Ну, похоже на оригинал или нет. В данном случае это копия. Заказал себе на Новый год. Что-то посмотрел, они стоят все по 4 косаря, что-то денег жалко. Да, такие точно. Вот такие вот духи. Эрос. Эрос. Такие видео в ленте стоят 2-300 где-то. Так. Точно такие же, как в ленте, по крайней мере, пахнут вообще офигенно. Вообще суперские духи. Ах, офигенчик. Кто нюхал в ленте Eros, вот они точно такие же. Так, куда поставить? Сюда поставим. Далее. Так, сестренка заказала тоже Versace. Заметьте, все в пленочке, все четко. Если работаете в Литуале, не забудьте купить и поменять. Себе взять оригинал, если вы там вообще оригиналы продаете. Так. Оп. Так, это у нас Versace. Бринт кристалл. Ну, такая надпись не очень. Сейчас подождите, жене позвоню, спрошу, где у нее оригиналы. Сразу сходу подстава. Колпачок вылез почему-то. Все, короче, ломается сразу. Сейчас уточним. Звоним. Алло. Лена, скажи, у тебя Versace оригинал есть? А у тебя там двое стоит, они оба оригинальные или нет? Ты что там? Ну говори быстрее-то. Ну одни не оригинальные, другие оригинальные.
Ну, которая оригинальнее-то? Которая спереди или которая сзади? Различить не можешь? Ну ладно, давай. Да, пришли. Давай, говорю, все, пока. Так, короче, если было слышно по телефону, то у нее одни оригинал, вторые не оригинал. Так. Если взглянуть невооруженным взглядом, то вот здесь надпись прямо как в стекле. А вот здесь вот она, видно, что самоделка. Да и, честно говоря, вообще фиг знает, как их отличить. Вот, короче, одни из них — это оригинал. Если будет видно надпись. Одна такая, вторая вот такая. Сейчас, кстати. Здесь вообще и другая надпись. Здесь видно, что покрашено. Очень явно выделяется краска. Вот на этих краска как-то лучше. Она вообще даже не чувствуется. А вот на это чувствуется. И на это чувствуется. Так что несложными вычислениями я понимаю, что вот это оригинал. Сейчас даже посмотрим, что тут пишут у нас. Еще бы фокусировать бы. Так, вот у нас пишут 90 миллилитров. Bright или Bright Crystal, Maiden Italia. И номер. И здесь еще какая-то книжка. А здесь книжки нету. И Versace написано более сплоченно. Короче, вот это, я как понимаю, где написано более близко буквы стоят, это оригинал. Блять, тогда это тоже так же написано. А здесь вообще в разрыв написано. Короче, фиг знает, что за, где оригинал. Сейчас будем по крышке определять. Так, это так нормально закрывается. Все понятно. Вот. Вот. Все легко, четко. Бля, чайник кипит. Сейчас выключу. Как я сам лично для себя понимаю, то в первую очередь надо обращать на то, как закрывается крышка. Потому что здесь она вообще четко закрывается. Здесь вообще без комментариев. Здесь бредятина. И здесь вы сами видели. Вот. Открываешь, все что-то вываливается. Итак, сейчас будем запахи сравнивать. Надеюсь, это оригинал, я не ошибся. Ну, вот эти пахнут шикарно. Здесь уже больно сильно что-то спиртом отдает. Запах такой же, но он слабже намного. На этих очень выраженный слишком. Здесь он слишком мягкий. Так что я думаю, смотрим в первую очередь на крышку, короче. Потому что больше тут фиг знает, на что еще смотреть. Кстати, здесь вообще даже наклейки нет.
Там хоть на подделке наклейка есть, на этой наклейки вообще нету. Так, вот такие у нас это Versace получаются. Заказал две штуки. Коробка красивая. Хотите сделать дешевенький, недорогой подарок, пожалуйста, подарите духи. Женушка пользуется, вроде жива, все нормально. Вот такие вот, короче, духи. 90 миллилитров. Так, это у нас Versace Eros. Это Versace Crystal, Braid Crystal, или что такое. Так, ладно, дальше. Так, дальше у нас лакосты. Нюхал в Регоше или в Литуале, не помню, короче, что они примерно все одинаковые. Там небольшая разница в этих, как сказать-то. Ну, для кого-то, может, разница есть, но я особой разницы не учувствовал. Там с небольшими различиями, но в основном запах один и тот же. Так, коробка уже, уголок мятый, печально. Коробка такая какая-то, стрёмная. Так, открываем наши духи. Ну, что я могу сказать, похоже на оригинал. Крокодил из ткани приклеен. Видно следы клея. А, нет, это не клей, это с холода просто. Так, неплохой. Сейчас нюхнем. Зря, не зря я заказал. Крышка тут чисто пластик прозрачный. Я думаю, на оригинале вряд ли они себе такое позволят сделать. Так. Ну да, эти тоже нормальные. Чем сравнить, не знаю, но мне нравится. Ничего так, ничёшные духи. Так, и последний у нас остается это. Оп. Это Шанель Коко Мадемуазель, по-моему. Так, духи у нас тоже запечатаны. Париж, Франция, вся хуйня. Итак, это у нас Коко, Шанель, Париж, Мадемуазель. Сразу видно косяки. Вот косячки покраски. Потеснение, или как это называется. Вот такие видно, что не особо. Крышка тоже не супер айс. Сейчас понюхаем, как пахнет. Пахнет шикарно. Ну, такой нормальный запах. Мне нравится. Коко Шанель Мадемуазель. Крышка стремноватая, правда. Итак, что мы получаем-то у нас? Так, это у нас лакосты. Упаковка в пленке. Выглядит неплохо. Далее, это у нас Chanel Eros. Так, Chanel Eros. Это у нас Chanel... Ой, Versace Eros, это Шанель. Это наш Шанель Коко Мадемуазель. Вот такой вот еще. С как ее? Блять, забыл, как ее зовут. С дамой-то. Так, и Versace
Bright Crystal. И вот еще. Я как понял, смотреть нужно в первую очередь, короче, на крышку. Вот все четко сделано, все четко закрывается, вообще никаких проблем. Там вы видели, что крышка прямо вылетела сразу. Здесь она вообще карусель. Видно, что сделано некачественно. Ну, единственное, радует, что пахнут хотя бы так же. Пусть они недолго пахнут, но так же. Ну вот, в принципе, если есть желание приобрести, купить такие духи себе, друзьям, знакомым, ребят, переходим в мою группу. Там будет это видео, и под этим видео будет написано, где я покупал их и сколько они стоят. Все. Всем удачи, всем пока. Это была новая видеокамера, и я, Давыдов Борис. Всем пока.